И вот давайте подумайте, как вы можете, господа пенсионеры города Магнитогорска, заработать для себя 26% годовых? Как это можно сделать? Если вы пойдете в банк вам столько денег не даст. Вы там можете заработать, ну, максимум там 12% годовых, если денежки еще не будете трогать. А вот здесь, пожалуйста, от 23 до 26%. И этим занимается кредитный кооператив «Гранд Капитал Кредит», который располагается здесь, на улице Труда, 21. Другого места и нету, поэтому только сюда вам необходимо ехать. Для того, чтобы положить ваши денежки здесь, а через год получить необходимую прибыль с расчетом 26%. И вот тут-то надо понимать, что большинство из нас просто не знают, куда деть деньги, что нам типа дают. Хотя, если думать с мозгами, то можно подумать, как прожить и на пенсии. И на пенсии прожить можно, и сложить кое-что. Другой-то вариант, когда перед пенсией вы немножечко денежков набрали, и что с ними делать-то? Да потому что не каждый будет заниматься увеличением благосостояния. А кое-кому-то и просто так досталось. Но вот тут-то главное понять две большие разницы между нами и теми, кто живет за бугром. У нас благости падают сверху, а может быть и снизу, тырятся везде и всюду. Но вот Форд и Билл Гейтс и Эпплы ранее-то были никем. Они просто сделали дело, продали его, поднялись, и сейчас все хорошо. Да потому что там это норма, а у нас в дивный период развала-то нет. Там вы вначале покупаете, затем прибыль валится. У нас и не купишь, и не сделаешь. Но понять-то надо, что в действительности у нас есть места, где делают деньги. И есть у нас в городе одно такое, которое располагается на Труда 21. Скажите, пожалуйста, вы сюда вот пришли с какой целью? Ну, положить деньги под проценты. То есть вы слушали вот наше телевидение и поняли, что здесь, оказывается, денежки-то в других вещах будут, да? Ну, с процентами будут. Или они так будут лежать, или хоть какие-нибудь копейки набегут. Ну, вы знаете, что в банке вам гарантируют там 10%, а здесь 26% практически, так? Ну, это от суммы зависимо. От миллиона рублей 26. А у меня таких денег-то нету. Но все равно было бы интересно. Да, здесь меньше процент, 23. Но все равно 23, это не 10%, правильно? Конечно. Да, разговор по существу. Да и продолжим это дело. Недвижимость хороша, но в кризис и цены то вниз. А тут за год при вложенном миллионе плюс 26%. И через 4 года это уже двуха. Да, клево было, когда все росло. Но сейчас-то нет. Сейчас правильнее хаты продать и деньги-то в данный потребительский кооператив-то отнести. И через 4 года купить еще 2 хаты. Я, в принципе, правильно объясняю это. Да потому что Гранд Капитал Кредит знает, как правильно работать то. Вот не каждому такое дано, но вот этому потребительскому кооперативу Гранд Капитал Кредит дано заработать для каждого пенсионера в сумму в 2 раза больше, чем в банке получается? Да, получается так. А если вот вы положили денежки, да, наверняка же они нам где-то приложились, кому-то нужны были деньги эти? Да, конечно, если бы не было нужды, я бы, конечно, бы подумал. А здесь понадобились деньги. Сыну нужно помогать в ремонте квартиры, а в банке не очень-то большие проценты. Почитал, посмотрел рекламу, зашел, познакомился, все рассказали доходчиво. Я доволен. Уже не первый раз положил. Положил первый раз пробный, получилось хорошо. Сейчас второй раз положил. Да не все так просто, как казалось бы. Да, для того, чтобы принимать ваши кредиты, сейчас проблем-то много. И да, не каждый подпишется под восстановление оных. И понятно, что понимая необходимость страхования, только очень ответственные люди возьмут ваши деньги. А таких-то и немного. Банкам проще, денег стриганули, и ниже инфляции деньги-то и выдаем. А Гарант Капитал Кредит выдает в 4 раза выше инфляции. И вам-то теперь все стало ясно, правильно? Как они зарабатывают эти деньги, я бы вам рассказал, да может быть вам это и не надо, да? Потому что, ну, я бы у вас тоже деньги в свое время-то взял, а сейчас-то не получится. А вот люди серьезные, они занимаются тем, что берут ваши денежки и вкладывают их в
более полезные вещи, а потом уже делится с вами. То есть, если вы когда-то задумали о том, чтобы в два раза приподнять свою ставочку, то это вот сюда надо. Кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit. Отправляете ваши денежки и через год плюс 26%. Ну, может быть, 23-26% годовых. Я не знаю, кто еще вам поможет больше за этот короткий период.